коридорах городского медвотрезвителя «Уют» пустынно. Заведение явно не пользуется спросом у народа. На последнем оперативном совещании в городской администрации мэр Петр Тултаев выяснил, в день в уютные стены попадают всего 2-3 человека. Отчетные цифры тоже не впечатляют. С момента открытия гостями медвотрезвителя стали 256 человек. Из них оставались с ночевкой 216. В чем причина? Я так думаю, это лично мое мнение, что в связи с нехваткой горючего смазочного материала, то есть бензин у них, наверное, воды выделяется 10 литров, а сами представьте, если схема сюда вести одного человека и обратно, то этот лимит у них через 2 часа закончится. Наверное, в связи с этим. В поисках уюта чаще всего мужчины. Возраст клиентов 45+. Люди перестали выпивать на улицах, и это не может не радовать, отмечает директор заведения. Молодежи престижнее употребить алкоголь в заведениях, поколению постарше, не выходя из дома. Да и вообще экономический кризис накладывает отпечаток. Хорошее спиртное стоит недешево. Постоянными клиентами остаются те, кому без разницы, что пить. Да и в теплое время года тополя всегда пустовали. Придут холода, все изменится, уверены сотрудники спецзаведения. Но недавно в сети появился не менее интересный рейтинг. Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. Саранск едва не попал в тройку. Занял 4-е место в списке. Жителям 25 городов в возрасте от 19 до 72 лет задавали несколько простых вопросов. Употребляете ли вы алкоголь? Как часто вы употребляете алкоголь? Употребляли ли вы алкоголь сегодня? Или, может быть, планируете? Узнать, насколько любят приложиться к бутылке горожане, пошли и мы. Вопрос решили конкретизировать. Сколько раз в неделю вы употребляете алкоголь? Ситуативно. Ситуативно все зависит. Ну, от до? Ну, не больше одного уж точно. Я думаю, раз... Раз в месяц. Нисколько, некогда. Я вообще не употребляю. Мы не пьем. Не употребляем нет, алкоголь. Ни разу. Ни разу. Нисколько. Ой, извините, пожалуйста, на этот вопрос не могу ответить. Почему? Нет, не хочу. Даже мужчина с пакетом из профильного магазина ответил. Я не пью, спасибо. В надежде получить уж совсем откровенный ответ, мы пошли к людям, о чьих алкоспособностях ходят легенды. Коммунальщики тоже были непреклонны. Сколько раз в неделю вы употребляете алкоголь? Ни разу. И работа отпечаток не накладывает? А как согреваетесь в такую погоду? Чаем. Или уже выпили? Я не пью. На работе есть нельзя. Где правда, сложно разобраться. То ли в ответах маркетинговому агентству жители Саранска были более правдивыми, то ли застеснялись быть откровенными в присутствии камеры. Но зима покажет, где народ пьющий ночует. В уюте муниципальном или все же домашнем. Светлана Лашина, Владимир Ильин. Наши новости.